Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутенбалт, а я возвращаюсь в игру Jurassic World, продолжая свой проект. У нас поединков новых не добавилось, но грустить из-за них не будем, потому что мы ж можем просто так посражаться. Ух, ни хрена себе, какой мне дроп. 30 баксов выпало сразу же. Тут я понимаю дроп. Ну вот интересно, у меня вот бы хватило. Так, ну в принципе на две игры в турнире у меня бы хватило. Такс, давайте еще еду закажем на все деньги. Нам надо откармливать нашего тираннозавра. Я его уже после первой, то есть после второй серии покормил еще. Так, ладно, нормально, с 26 до 28. Ну что ж, у нас там этот вроде велоцираптор готов. Да, готов. Давайте его потренируем. Так, ну что ж. Все шикарно, сейчас самое главное набор выбить. Я люблю набор. Ну выбейся мне набор, ну... Ну ладно, давайте ловушку. Ладно, неплохо. А теперь можно вот в эти вот схватки с усилениями войти. Давайте, давайте. Так, ставлю своих тираннозавров и стегоцератопса. А, против усиления точно. Вперед, как говорится. А вот и наш серьезный противник. Так, я предлагаю себе смениться на стегоцератопса. Интересно, выиграю ли я в этом матче? Пока все вот эти вот очки будут брать. Вот ты урод, а? Ну ладно. Следующий шаг. Ну что, а я сейчас вы прокачаю. Дам тебе по жопе. Шикарная тактика. Шикарная у меня стратегия, не правда ли? Эх, все свой урод. Ну ладно, ладно. Война еще не закончилась. На всякий случай атаку тряпку. Вдруг ты там. Панцирь поставил, да? Сдурел, шо ли? Говнодон, вот ты ж говнодон, а? Ничего, ничего. Да тут я и боялся, я этого боялся. Нет, не лопай меня. А, еще щит. Шикарно. Не, я, наверное, не научусь в этом режиме играть. В
Ладно, продул я с достоинством. Не научусь, наверное, никогда в таком режиме играть, но там награды покруче дают. Окей. Го сюда сходим. Может быть, тут что-нибудь выиграем. В обычных боях это вообще красавчик. Ты чё меня бьёшь своими лапами? Ты животное. На-ка. Это тоже какой-то новый зверь. Ой, съедят меня. Я испугался, просто жесть. Сколько у тебя там было? На щит поставил. Наш сказал, что он на щит поставил. Ты пока в пролете, чувак. Что ты мне этим сделаешь? Давай, укуси меня за жопу. Я тебя... Все, гудбай, пацан. Это называется пока. Вот ты урод. Хитрожопый. Точно хитрожопая скотина, а? Ой, моего хорошего кронозавра взял да сожрал. Ладно. Нам еще победа светит. Так, а у нас еще перед этим преимущество, да? Атаку 2. Серьезно? Я тебя сейчас все равно сожру, потому что я сильнее, и я сильнее. Против атаки 8 ты ничего не сможешь сделать. Ну я же сказал, что я выиграю. Так. Все. Выиграли мясо. Мясо это неплохо. Чё б нам поделать? А, точно, сделки есть. Вон, давайте на бакс поменяем. Такс, еще ДНК, ну 90 детечку доверия, нет. Такой простой. На мясо. Давайте на деньги. О!
Ладно. Ну что ж, дорогие друзья. У нас сегодня новых акций не было. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Тутенбалт. Всем до скорых встреч. Всем пока.